Тебе когда-нибудь снилось, что ты умер? Сильно сомневаюсь, потому что во сне перед смертью ты всегда просыпаешься. А знаешь почему? Иначе бы ты на самом деле умер. Гипосомния. Это нарушение сна. Из-за очень реалистичных снов ты не высыпаешься и чувствуешь усталость днем. С ним все в порядке? Что такое с папой? Тебе не лучше? Все нормально. Ты уже несколько месяцев живешь в каком-то своем мире. Я так больше не могу. В этих снах я вижу одного и того же парня. Мне снилось, что ты с ним знакома. Привет. Что ты сделал? Что ты сделал? Что ты наделал? Проснулся? Никто не задумывается о том, чем же сны являются на самом деле, о том, что же именно происходит, когда мы спим. Я не знаю, во что впуталась. Он сумасшедший. Когда ты научишься распознавать это во сне, ты сможешь влиять на происходящее, менять его. Но это опасно. Уходи сейчас! Фазы сна и бодрствования могут сменять друг друга незаметно для тебя. Так значит, ты утверждаешь, что ты не коп? Да. Где твой гребаный мож? Каждый новый день мы выходим из тьмы, и сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Гипосомния. В кино с 25 марта.